Удобно, практично и современно. Остановочные пункты в Гродно будут оборудованы электронными табло. На сегодняшний момент уже завершена установка 5 таких мультимедийных экранов. Они размещены на площади Советской в обоих направлениях, на автовокзале и на улице Горновых. Точки для установки пробных табло выбирали, основываясь на наиболее популярных городских маршрутах. Уже в ближайшие 2 месяца будут смонтированы еще 10 аналогичных электронных табло, которые появятся в продолжении выбранных маршрутов общественного транспорта. Это проспект Космонавтов, улица Янки Купалы, Советских пограничников и другие. На данных табло будет размещаться расписание городского транспорта в электронном виде и попутно будет размещаться наружная реклама. Старые, которые вы видите сейчас, они будут, скорее всего, убраны. Сейчас они остаются только для того, чтобы для граждан в привычном формате оно еще оставалось и удобно было пользоваться. Электронное табло в ближайшие 2 недели будут работать в тестовом режиме для пробирования электронной программы и для последующего проверки, насколько оно эффективно, соответственно, и последующее развитие в городе. На данный момент еще решается вопрос о том, будут ли работать электронное табло круглосуточно, либо с целью экономии в ночное время их будут отключать. Что касается перспектив, планируется в ближайшие годы оборудовать мультимедийными экранами многие остановочные пункты в Гродно.